Всем привет, привет! Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас солнечная погода. Февраль месяц. 20 градусов тепла, но на солнышке еще теплее. Спросите, почему мы так вырядились? Посмотрите, как мы вырядились в сапогах. Мы решили устроить сегодня прогулку в горах. Поедем, поищем леса. Мы... Да, Османчик сейчас переверну. Османчик тоже, он как красиво оделся, сапожки одел, да? А почему... А почему ты сапоги одел, объясни? Холодно. Почему сапоги одел? Холодно. Холодно? Мы позавтракали, испекли вот такой замечательный пирог. Он еще горячий, поэтому не стали его упаковывать. На горку пока пойду. Иди, иди, сбегай на горку, пока машина не приехала. Мы ждем Наташу с Сергеем. Уговорили их слазить в поход в лес в надежде, может быть, найти грибы. Сезон грибов здесь начинается с ноября месяца. В основном здесь растут рыжики и грузди. Скоро сезон закончится, и с марта-апреля месяца начнется сезон сморчков. Осман, пойдем! Очень любят здесь сморчки и рыжики. Пойдем! Осман счастлив, радуется, что мы куда-то вышли на прогулку. Вернее, поедем. Да, Осман? Пошли. Машина едет. Оп. Садись. Не развалится. Я по карте смотрела, и вот эта женщина тоже сказала: «Кары ходырлы, езжайте». Вот это женщина. Да, прямо нам в сторону Томюка. И потом там светофор же есть. Шапку сними. Левее. Осман, шапку сними. Помнишь, мы все время смотрели, что за деревья такие непонятные? Знаешь, они как сейчас красиво цветут розовым цветом. Листьев нет, а цветы есть. Это все равно, что за грибами в феврале. Ну как? Вот так как-то. Бабушка бы моя сказала как. А потихоньку спускаться можно? Можно потихоньку спускаться. Впереди справа трехэтажный дом кто-то построил и бросил, да? А нет, не бросил. Живет, да. А я тебя должна ждать за это? Ага. Они мне надо, Осман? Какая красота! Свежо! Вот такие елочки. Вот на ту сторону бы пойти, Наташа. Придумщица. Кто собрал? Серый, вы уже собрали. Ну вот, мы опоздали опять. А? Опять мы опоздали.
Так пчел много вообще. Обалдеть. Оба, там кто-то живет, он смотрит. А сюда можно заходить? Ну беги тут камни аккуратнее. А что там было значит? Лес? Пойдем туда. Пойдем он вывеску, почитаем, что тут. Кричи, Мандар! Мандар, лар! Мерде! Лес, ты что? Чего? Это сейчас этот территория государства. Так я тебе говорю, что государственный лес. А что, нельзя ходить здесь, да? Не бегай. Тут волки. Чего? Чего здесь? Волки. Волки? Да, смотри, какие кости лежат. Вы что, смеетесь, что ли? Что смеемся? Ты смотри, какие костяры лежат. Угу. Где? Это желуди. А, это желуди. Ой, здесь столько костей. Что-то как-то... И здесь, и здесь. Пошли отсюда. Смотри, какие костяры. И там также валяется. Вон какая, смотри. Мама. Мия. Останови. Сейчас я вот туда только пройду, посмотрю. Да ты что? Сережа, ты от какой части села? Явно какое-то большое животное забили. Посмотрите, какая каменистая дорога. Угу. Пока все безуспешно. Видите? Такое ощущение, что здесь кого-то подметали. Ну да, здесь уже походили люди. Тоже, видимо, в поисках грибочков. Интересно такое сочетание камней. О, какая красота! Кабан, погоди! А Саман, тебе нравится? Смотри, как красиво зеленые деревья впереди. Нравится? Не бегаем, не бегаем! Кабан, погоди! Кабан! Не идет! Не идет! Это вырезать потом? Нет, оставить. Канбан? Канбан ушел домой. Он спит, он ночью выходит. Ой, на охоту. Ой, какие деревья красивые, да? Ща. Ну что ты за глупости говоришь, а? Позови. Позови. Ты, ну, ты сам позови, кричи. Зови. Громко давай кричи. Вместе. Канбан! Он ходит тут. Ну он проснуться не может. Он ночью ходил на охоту. Акван! Смотри, какое небо красивое. Вон, ответил. Ау! Слышишь? Слышишь? Это утки, что ли? Похоже на уток. Ну, как машины заводят. Нет. А вот это что за дерево, интересно? Все, пошли вот обратно. Пойдем обратно. Ну пойдемте, что, прогуляемся. Какие грибы, Асман, я тебя умоляю, грибы на рынке.
Там вот какие деревья интересные. Я тебе принесла грибы, в холодильнике лежат. Потому что у тебя одни косточки, мяса мало. Я уже сколько меня ударил. И кабан. А ты такой смелый, пока нет никого, а? Ящерица, ящерица бьют. Вон она. Ох, как она быстро-быстро бегает. Ой, их несколько. Осторожно, Осман. Куда полез? Вон она. На тюльпаны похожи. Смотри. Нет. А смотри, торчат вот это, цветы какие. Нету цветов, не торчит ничего. Ну вот это засохло, видишь? Ага. Ну это явно не нарциссы и не тюльпаны. Вон идет. Вон ползает. Пойдем дальше. Дальше. Только не бегаем. Ты такой смелый, говорю, пока нет никого. Какие интересные. Угу, совсем другие. Это не маки. Это подснежники, только красные. Серьезно, что ли? Это не маки. Вы их посадили? Нет. Да? Смотри, какие красивые. Дай-ка я тоже. Иди сюда. Сейчас, сынок, приду. Это оливки. Оливки только-только собрали. Сбор. Урожай. Оливковый сад. А смотри, какие цветочки красивые. Вот кучка красивая. Пасека. Красивая деревня, гора Хадырлы называется, там гора за деревом. Мы сейчас перекус устроим здесь. Мечеть, деревушка, кладбище, а там вот деревня. Черный злой переводится. Кара Хадырлы. У подножья гор. Прям такая Осман, красота. Осман, иди руки помою. Ну, представляете, какая вкуснятина. Вкусно? Чай не горячий, смотри, чай не горячий, пей. Вкусно? Мам, вот так, смотри. Что, у нас машина красиво стоит. Куда? Мечеть там. Аллах акбар.
Позавтракали и решили подняться в горы, посмотреть лесной массив. Грибочки поискала. Земля, вот смотри, сырая, смотри. Видишь, глина сырая. Мох есть, все условия соблюдены, солнце есть. Только грибов нет. Все собрали. Да наверняка местное население ходит здесь по грибы. Дамочка, ну куда? Видишь, какими ящиками грибы собирают? Угу. Вот какая-то дорога же есть. Пахнет шашлыками. Мангал. Печками, а не шашлыками. Нет, шашлыками пахнет именно. Вот отсюда пойдем наверх. Ну, вот. Давай. Вот шукай. Такими. Шукай. Шукай. Что значит шукай? Шукай. Ага. Ищи. По-украински. Да. Вот тут кто-то копался. Это кто копался? Тоже этот? Ух ты, гульнас. Нет. Вот один грибочек нашли, наконец-то. Правда, мы не знаем, что это за гриб такой. Снизу он такой вот фиолетовенький какой-то. Кто знает, что за гриб? Надо палку сейчас достать какую-то и вот так вот поковырять. Поганки. Видишь? Поганки есть, да? Говорят, где поганки, там настоящие грибы. Ну, давай пойдем искать. Ножик в машине оставили. Есть. На, почисти корешок и положи. Я такой гриб. Это рядовка какая-то, похоже. Да. Рядовка. Я вот нашла. Кто-то с лезвием ходил, видишь, за грибами. Капец. Пойдем выше. Что это? Что такое же? Это рядовки какие-то, что ли? Бери для османа поиграть хотя бы. Нет, не может быть. Ну что, наша прогулка на сегодня. О, местные байкеры. Закончилась. Мы сейчас собираемся
и едем обратно домой. Спускаемся с гор к морю. Мама тебе рассказывает о рыбе. А мы грибу... А. Это... Ну что, как дела? Поехали домой? Нет, это мама, грибы будут. Что мама, это грибы такое? Будут. Это какие грибочки? Там хорошие. Я сидел. На деревне? Куда, вот, куда мы со Османом? Братья, ручки несу, да?